В Акмолинской области начал работу Центр специальной подготовки сотрудников ОВД. В течение 6 дней полицейских обучат тактическим приемам задержания правонарушителей и действиям в экстремальных ситуациях. Простите, разработаны учебные программы, которыми предусмотрены занятия по тактике специальной огневой, физической, медицинской и психологической подготовки. Стражи порядка научатся стрелять на фоне физических и психических нагрузок с коротких дистанций на скорость и в бронежилетах. Планируется, что в этом году спецподготовку пройдут около 1000 сотрудников полиции.